кто такие? А, точно. Переоденемся. Мы Соник и Эми. Ребят, ты воровка. Отвечай, зачем ты украла столько денег? Знакомьтесь, это Руж, наша новая ученица. Что еще за... Прикольная мышка. Даже не думай, Соник, сядь. Эти летучие такие фифы. Это ты сделала, Руж. И это еще не все. Здесь точно был стул. Скорее бежим. Что это было? Вы уже спелись? Соник! Эми! Я так волновался! Ты завел себе новую подружку. И вот что мне про нее известно. Больше никто не украдет мой пояс. Вам ясно? Руж, воровка? Что это за пранк? Да, это правда. Нет, не может быть. Да, я сама видела. Нет, я тебе не верю. Ты меня выводишь, да! Ладно, тяжелая артиллерия. Наконец. Никаких поцелуев на уроке. Поймал и всю романтику сломал. Что происходит? Родителей в школу! Упс, мне уже пора. Сегодня снова урок сорван. Пора завершить начатое. Она что-то задумала. Я разоблачу эту воровку. Детектив Эми вступает в дело. Если бы я была летучей мышью, где бы я спряталась? Может, здесь? Проверим шкафчик. Странно, я ничего не... О, нашла. Вот и следы. Они очень похожи на следы Руж. Куда они ведут? Ауч! Моя первая детективная шишка. Но куда же могла подеваться эта Руж? Упс. Нужно замаскироваться. Что там? Показалось. Отлично. Она меня не заметила. Я так и знала. Нужно все рассказать Сонику. Соник! Упс! Я снова выиграл. Учитель не должен знать, что я детектив. Так намного лучше. Азартные игры не для вас. Ничего, мы еще встретимся на экзамене. О, бедняжка. Соник, скорее, эта крылатая бестия задумала какую-то гадость. Бежим! Ты должен это увидеть. Смотри внимательно. Наведи резкость. Да что там? Этих драгоценностей должно хватить. Ты была права. Я знаю. Вращение, превращение. О, нет. Это не тот костюм. Это на Хэллоуин. То, что нужно. Соник, подожди. Да, я все решу, не беспокойтесь. Я принесла все, как договаривались. Где деньги? Похоже на золото. Вот твои деньги. А я тебе говорила, здесь что-то нечисто. С вами приятно иметь дело. Пока-пока. Проклятые летучие мыши! Нужно вернуть кольца на место, пока меня не засекли. Вот она. За ней, скорее! Положу их назад в шкафчик, никто и не заметит. Какая чудная шкатулка. Что она там делает? Попалась! Что смешного? Это было для тебя. Тише, спрячемся. Кто там? Показалось. Эта маскировка такая романтичная. Соберись, Эми. Подожди, Соник. Вот что эта воровка украла у тебя. Мои кольца для порталов. Я же клал их в карман. Спасибо, Эми. Нам в другую сторону, Соник. Сдавайся. Вы кто такие? А, точно. Переоденемся. Мы Соник и Эми. Ребята? Ты воровка. Отвечай, зачем ты украла столько денег? Сдаюсь. Ладно, отпустим. Вы все поймете, когда я расскажу.
Все началось с безобидного барбекю. Мой прекрасный выходной. Бетти, посиди здесь и ничего не трогай. Я вернусь через 2 минуты. Кто там? А, неважно. Турель сама себя не соберет. Ну и скука. Где же Руж? Ого! Что это там? О да, получилось. Ты гений, Эггман. Ой, мои котлетки. Интересно. Думаю, этот болтик тут лишний. Упс, это не я. Пожар ликвидирован. Порядок. Ты все поломала. Нет. Ты ответишь за это. Отпустите! Посиди здесь и подумай о своем поведении. Если хочешь вернуть свою сестру, принеси $1 000 000. Сестренка, ты где? А это что? Эггман похитил Бетти и просит выкуп. 1 000 000! Гадкий морж! Да, нехороший человек яйцо. Божечки, какой стресс ты пережила! Потерять сестру! Но не расстраивайся, мы поможем тебе. У нас есть план. Я принесла деньги, Эггман. О, мои денежки! Я тут, сестренка! Привет! Эй, отпускай мою сестру! Нет, мне нужно больше денег. Окей. Соник! Ты не это ищешь, яйцеголовый? Я прикончу ее, если вы не принесете все деньги! Я вообще ее не знаю. Это же моя сестра! Сюрприз, Эггман! Я так не думаю. Грозное оружие для младенцев. Что? Мой пикомолот! Что с тобой произошло? Что за интересная штучка? Мой молот теперь молоточек. И вы последуете за ним. Что происходит? Привет, ребята! Отличная работа, малышка! Только посмотрите на Эггмана! Какая крошка! Полезай в баночку. Человек-яйцо в банке. Бетти, Руж! Прекрасный хэппи-энд. Нет, кейс с деньгами придется оставить. Эй, вы за это ответите! О, флешка Эггмана. Интересно, какие секретики он там прячет? Посмотрим. Ага, вот и ты, Соник. Настал час самой решающей битвы. Моя сестренка пропала. Где же ты, малышка Пичу? Что? Доктор Эггман, ты больше не обидишь мою сестру. Я еще вернусь. Моя голова. Малышка Пичу, ты цела? Из тебя вышел ужасный нянька Соник. Я не виноват, честное слово. И что же тут произошло? Вот как все было. Пика, Пика! Пика, Пика, Пика! Поиграй со мной, сестренка! Мне нужно подзарядиться. Алло, няня Соник? Вау, он уже здесь. Так быстро. Привет, где малыш? Привет. Пичу, за тобой присмотрит Соник. А мне пора подзарядиться. Пока. Ага. Счастливо. Оу, какой разряд. Ух, это слишком электрично. Я сейчас вернусь. Вау, а что это такое? Ух ты, и колечки! Как их много! Это так весело! Воды! Фух, освежился. Соник готов. Мой грозный, устрашающий робот готов. Хватит. Осталось его запустить. И он поработит вселенную. О, да. Заводись, мой мальчик.
О, да. О, нет, тебе не хватает энергии. А это что за подарок судьбы? Чистая энергия, вот что мне нужно. Вау, приветик, живая батарейка. О, какой мощный заряд. Ты пойдешь со мной, крошка. Нет! Это я удачно зашел. Вот она, моя портативная батарея. Ха-ха! Оу, нам уже пора. Пичу? Перехожу в режим детектива. Итак, какие улики у нас есть? Очень интересно. Это же мое кольцо. А это чужие следы. Что-то здесь нечисто. Куда они ведут? Оу, следы продолжаются. Прошу прощения. О, прекрасные усы. Спасибо, это не мои. Простите, вы не видели маленькую Пичу? Нет, никого похожего, никогда и нигде. Нет, очень жаль, спасибо. Минуточку, а что это за звук? Подозрительно. Там кто-то есть. Это мое. Мои плечевые иголочки. О, волшебные кольца, как кстати. Портал, откройся. Всем пока. Эй, а кто заплатит за дырку в полу? Стоять. Оу, мисс, куда делся Эггман? Провалился вон туда. О, да. Что? Мне нужен отпуск. Отличненько. Сейчас я запущу эту энергосеть. О, да, еще электричество. Где же этот яйцеголовый? Ауч. О, записка злодея. Если ты хочешь спасти Пичу, приходи туда, где пахнет опасностью. Эггман, ну ты коварное усатое яйцо. О, я принимаю вызов. Твой ход, Эггман. А, мой работенок, что ты наделал? Ты разозлил меня еще больше. В атаку! О да, настал час решающей битвы, Соник. Что? Ты? Зря ты похитил мою сестренку. Оу, я еще вернусь. Лузер. Моя голова. Стой, Пика. Это случайно так вышло. Прости меня. Как ты мог оставить свои кольца с малышкой Пичу? Подожди, я знаю, как загладить вину. И на этот раз у меня есть билеты. Ладно. Простите, извините. Вау, кому попкорн? Это мой любимый фильм. Где же он? Поскорее бы. Фух, почти не опоздал. Привет, Эми. Привет, мой колючий краш. Осторожно, сзади. Что? Где? Мистер Соник, вы опоздали на мой урок. Поаккуратнее с ним. Выполните это задание. Какой он быстрый и умный. Так, мне нужно кое-что ему передать. Мой поцелуй любви. Лети к Сонику. Что это? Оу, фух, чуть не попался. О-оу. Сони, это не я, это все Эми, честное слово. Ты моя любовь навсегда. Вы оба на выход. Нет, нет, нет. Этот учитель ничего не понимает в любви. Фух. О, мой Соник, как же тебя не любить. Что ж, нужно завершить начатое. Соник, лови. Что? Оу. Есть, отличный удар. Что? Меня так просто не поцелуешь. Ты не ценишь мою любовь, синий еж. Прости, Эми, у меня есть дела поважнее. Например, Эггман. Я знаю твои слабости. Ты пойдешь в кино. Ты сказал кино? О, это билет для меня? Как
так мило. О, нет, 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 нет. О, да, это будет свидание. Нет, нет, нет. Да, 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 да. Ладно, мне нужно переодеться, чтобы Эггман меня не узнал. Вау, идем, красавчик. Это была прекрасная идея пойти в кино, Соник. Пепси, пожалуйста. О, это же мои любимые цветы. Нет. Спасибо за букет, любимый. Вот ваша Пепси. И за букет придется заплатить. Какой аромат. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bra. И я тебе не бро. Подвиньтесь, плебей. Эггман идет. Вот мой билет. Да проходи уже, несчастье. Следующий. Спокойнее, Соник. Я покажу ему. О, вы такая красивая парочка. Это настоящая любовь. Да, мы знаем, так и есть. Так и нет. Стоять. Отдай наши билеты. И не порть нам свидание. Как романтично. Вот наши места. О, зачетный фильм. Только посмотри на них. Можно поаккуратнее? Ну все, я так больше не могу. Эй, Соник, ты куда? Подожди! Ах ты, усатое яйцо на ножках! Я научу, как вести себя в кинозале! Ай, стой, помогите! Я буду жаловаться в книгу жалоб! Пока-пока, лузер, и не возвращайся! Какой позор и неуважение! Я страж порядка, что случилось? А где Эггман? Эггман? Даже не знаю, кто это. Проклятье, я упустил злодея. А кто такой этот Эггман? О, сейчас я тебе покажу. Идем. Вот мы и в моем тайном логове. Присаживайся, а я тебе все расскажу. О, я проголодался. Сгоняю за вкусненьким. Лишь бы набить свой живот. Так-так-так. Где же ты можешь быть, Эггман? О, ну конечно, я знаю. Моя интуиция меня никогда не подводила. Если отметить на карте все места преступления Эггмана и соединить их друг с другом... Ага, вот оно. Ты прячешься здесь, гадкий Эггман. Я тебя вычислила. И я тебя найду. Я поймаю тебя, Эггман. Эми! Эми, я принес пиццу. Ее нигде нет. Что ж, мне больше достанется. Оу, а Эггман тут неплохо устроился. Вот и ты, злодей. Попробуй на вкус мой молот. Привет. Ты зря сюда зашла. О, нет. Ха, наживка сама приплыла ко мне в сети. Нет, выпусти меня. Теперь я очень просто заманю сюда Соника. Странно, Эми ушла, не попрощавшись. Который час? Упс, я опаздываю в колледж. Привет, Эми. Странно, ее нет. А где Эми? Не знаю. Это странно. А что говорит ее шкафчик? Время для детективного расследования. Посмотрим. Все как обычно. Кроме пика-пика молота. Его нет. А что в дневнике? Б, романтика. Фу. Надо вернуться туда, где я видел Эми в последний раз. Мне нужны улики. Привет, Соник. Что? Записка от Эггмана. Эми у него. Святые иголки. А это что? Карта. Эми вычислила, где логово Эггмана. Я спасу тебя, Эми. Я иду. Стрижки – это мое хобби. Ну как? Это просто ужасно. Волоски должны быть на миллиметр длиннее. Ты все испортила, ежиха. Эггман! Ты слишком привередливый клиент. Ну, сейчас я тебя научу. Для начала спрячусь и изучу обстановку. Скоро придет Соник. Нужно активировать мои ловушечки. Ла-ла-лам, я самый хитрый Эггман из всех злодеев яиц. Турам-па-бам-бам. О-оу. Надо запомнить все движения. Святые иголки, этот брюшатик совсем сдурел. Ха-ха.
что ж, начнем. Соник, мой герой, я не справилась сама, спаси меня. Я уже иду, крошка. Повторяю дурацкий танец Эггмана. Оу, ау. Фух, повезло. О, нет. Молодец, Соник. Оу, аккуратнее. Мамочки. Фух, почти дошел. Оу, вот это повезло. Соник, как же я скучала. Хорошо, что ты пришел. Наконец-то я нашел тебя, Эми. Хватит пить чай, здоровяк! Кто-то проник в логово! О-оу, моя сигнализация, уже бегу! Соник, наконец-то ты пришел ко мне! Тебя зовут, дорогой! Я разберусь с тобой, Эггман! Это я разберусь с тобой! О-оу! А-а-а! Фух, у меня такая быстрая реакция! Пока, Эггман! Что? Большой бум! Hasta la vista, baby! Пора домой, Эми. Оу, мои мозги! А что это здесь? Иголка Соника. О, под напряжением. Вау! Немного поэкспериментирую. О, да, это то, что нужно. Добавим мой счастливый усик. Красота! Формирование нового организма. Мой эксперимент готов. Я Шэдоу. О, мое сокровище. Красота. Мир на грани катастрофы. Но собрав все камни, мы сможем защитить его от уничтожения. Минутку, я все запишу, чтобы ничего не забыть. Вместе мы спасем этот мир и сделаем его лучше. Ты мне поможешь? Итак, ты должен найти все оставшиеся 5 изумрудов. И принести их мне. Все понятно? Уже бегу. Только прошу, будь осторожен. Пока-пока. Ох уж эти наивные ежики. Скоро я вставлю все камни в мой пояс хаоса. И завоюю весь мир. Ты, вот ты мне и нужна. Говори, где желтый изумруд? Не знаю. Ты упустила свой шанс договориться по-хорошему. Сейчас я вытрясу из тебя всю правду. Кажется, здесь изумруда нет. Что это? Опасное лего. Держись, моя сильная ножка. Это не детская комната, а комната пыток. Вот то, что я ищу. Желтый изумруд. Спасибо. О, вот он. Я знал, что он будет здесь. Это было легко. Упс, надо сваливать. У меня есть изумруд силы. Клетка меня не остановит. Хм, отлично работает. Еще один изумруд хаоса есть. Привет, красавчик. Кажется, ты что-то потерял. Ты не это ищешь? А ты кто такая? Фу, как грубо. О, я смотрю, ты собираешь изумруды хаоса. А тебя не учили, что брать чужое нехорошо? Одну минутку. А вот это тоже твое? Упс, как некрасиво. Сумасшедшая летучая мышь. Пока, красавчик. О, вот кто мне нужен. Где же он? Скрылся. Мне нужна помощь изумруда. Мой изумруд исчез. Этот темныш украл его. О нет, я должен предупредить Эми. Эми, я видел его, но он скрылся. А я погнался за ним, чуть не догнал, но он украл камень. Как насчет пиццы? Подожди, я еще не договорил. Я бежала, он как... Сначала пицца, потом рассказ. Где твой молот?
и изумруд, Эми. Вот они, все на месте. Есть идея. А это еще кто? Приветик. Что эта ушастая мышь делает в моем доме? Во-первых, я летучая мышь. А во-вторых, я тебе помогу. Стоять, Сони. Я пришел за изумрудом. Ты про этот камушек? Попробуй отбери. Окей. Оу, бой в разгаре. Самое время. Пико-пико, молот, за дело. Главное не промахнуться. О, нет, Соник, прости. Я не хотела, мой любимый. Что я наделала? Очнись. Изумруд мой. Спасибо, синий лузер. Ладно, придется делать искусственное дыхание. А? Где я? Эх, не успела. Ну что, друзья, план сработал? Соник жив! Держи себя в руках, Эми. Все получилось. Я достал последний изумруд. О, спасибочки, моя прелесть. Что? Теперь я стану всемогущим. Что-то барахлит. Последний изумруд. Ты принес мне подделку, глупый ёж-рокер. Быстро достань мне настоящий изумруд хаоса. Нет, я не буду тебе помогать. Ешь, Соник, набирайся сил. Это он. Пришел за реваншем, наглый ёж. Нет, стоп. Я пришел с миром. А, ну ладно, успокойся, Соник. Давайте его выслушаем. Да. Выслушайте меня. Я сбежал от этого противного усача, который хочет захватить мир. О ком он говорит? Я не понимаю. Да вот этот! Похож на злого моржа. Это что, игра в крокодила? Я понял, это он в моем кулоне ненависти. Злодей Эггман, усы и похож на яйцо. Да, и я записал его план. Он хочет собрать все изумруды хаоса, чтобы активировать пояс хаоса. И стать суперсильным. И захватить весь мир. Что? Нет, это невозможно. Ну, я вас предупредил. Дальше вы сами. Нам нужно объединиться. С ним? Ни за что. Он же плохиш. Ладно, стой. Объединим наши силы. Ну все, Эггман. Мы пришли тебя остановить. Ну, приветики, зверье. А я как раз готовился к нашей встрече. Готов, Шэдоу? Готов, Соник. Как хорошо, что я это предвидел с моим изумрудом видений. Ну, давайте, нападайте. Ежи против Эггмана. 1-0 в мою пользу. Попробуй, розовая ежиха. Я? С радостью. Познакомься с моим молотом. Отдохни, подруга. А мне нужен вот этот последний изумруд. О, да. Активировать мой пояс хаоса. Наконец-то! Я стал Супер Эггманом! Посмотрите на эти мускулы. О, да. Скоро весь мир будет моим. Святые иголки, что случилось? Эми, ты жива? Ты дышишь? О, вижу, с тобой все в порядке. Ладно, стоило попытаться. Я готов продолжить схватку. Давай, Шэдоу, используй всю свою силу. Моя суперсила! О-оу, он начал двигать мебель. Мы справимся. Да, Шэдоу? Погнали! Ты в порядке? Я разберусь. Ну давай, летучая мышка. Что ты мне сделаешь? Это тебе за моих друзей. Пощечина? Какое неуважение. Ну сейчас я тебя. Посмотри-ка вниз.
Мои штаны! Суперзлодей без штанов! А вот и твой пояс хаоса! Этот изумруд мой по праву! Суперсила! Пока, усач! А, мой нос! И мой пояс! И мои штаны! Я вам этого не прощу! Дело сделано! Злодей убежал! Беги, беги, лузер! Ура! Мы победили! Пояс теперь наш! А где изумруд силы? Этот? Моя часть оплаты за работу. Пора вернуть изумруды их владельцам. Пойдем. Молодцы, парни!